на Астры у Нелюкс Кассиопеи проращивают рассадным способом. Для этого их высевают в горшочке с легкой почвой в начале весны. Пикируют всходы, когда появятся два настоящих листочка. Рассаду пересаживают на постоянное место в мае. Участок для Астры у Нелюкс Кассиопеи выбирают хорошо освещенный, защищенный от ветров, с плодородной почвой. Полив необходим в период сильной засухи. Куст вырастает в высоту до от 60 до 70 см. С каждого можно получить до 20 игольчатых махровых соцветий розового цвета, которые в диаметре до 10 см. Применяют однолетник для оформления клумб и на срез. Астра китайская кассиопея – это травянистый высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяце август-сентябрь. Окраска цветка розовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.